Всем привет, дорогие друзья, с вами игровой канал LNDK, и он сейчас мы продолжим играть в игру. They're targeting our town leader. Как это сделать-то, а? Чё, умрут? Нет. Ой. Нужно чинить ворота. У меня есть вообще медь? Да, есть. Я бы ее всю сейчас забрал, потому что я сейчас... So you survived the undead. Well, that was just a taste. Так, ладно, мы возвели заново ворота. Можно сейчас... Unleash the undead! Attack! Сейчас... Okay, so I was wrong. They move pretty quickly. We'll need to build up reinforcements fast. Your city is impressive, but you were foolish to return to this land. Так. I think we're gonna need the shield miracle here, boss. Shield miracle использую. Как мне этот звук не нравится. Shield miracle. Shield miracle. Мне вообще нужны верующие. Coming. Someone from the other side. Да блин, почему я не могу это все использовать? Да что за глупость? Я тут больше человек погибло. Постоянно все рушит и рушит. Disciple builder. Нужно доел своих людей. Я буду иногда собирать вместе. Ты молодец, ты мой хороший. Так, этот засранец уже восстанавливать, похоже, хочет скоро. У нас население большое. Disciple farmer. Только при этом ничего не делающее. Disciple builder. Нужно больше мне шахтеров. Без них я как бы как без рук. Так, вот сейчас звук не такой громкий, короче. Так, хорошо. Сейчас надо собрать мне дерево, и я буду строить, заканчивать постройку моих чуд. Вот. С этой стороны закончим. We've taken over the town. Ура! So, they take my town. No matter. I shall simply burn it. Trying to impress my followers out here. Disciple farmer. Что люди есть и есть, а как бы людей-то я не брал. Watch it burn. Ай, да задолбал ты одно и то же, поди меня. Creature, attack! He's gonna attack soon! We'd better be ready! Raise an undead army and wipe out the Greeks, beast! Давай, давай, прыгай на него, прыгай! Давай, давай, давай! Вот! Офигенный просто у меня тигренок! Круто!
lads! Let's head up! Так, у меня уже даже отряд есть для защиты. Мне нужен камень, чтобы с одной и с другой стороны, чтобы я их всех просто мочил. Где у меня? Trying to impress my followers, are we? My creature! The Greek god is more powerful than I thought! Hey! Someone's coming! Someone from the other side! Так, хорошо. Подождите, стоп. Чудо уже не нужно уничтожать. Замечательно. Так вы посмотрите. Отсюда просто бегут люди. Да задолбал, придурок. В одно и то же место кидает, а? Я своих людей не бросаю, они у меня все жить будут. Это, блин, и дети, и все. У них жизнь только начинается, он уже. They're targeting our town leader. Disciple worshipper. Disciple builder. Стоп, подожди, я же уничтожил уже. Строители все равно все починят, так что не важно. He's gonna attack soon. We'd better be ready. Так. Сейчас отсюда людей уводить, верующим вообще делать нечего. Тут так достало это. Disciple farmer. Почему-то люди кричат. Disciple все хорошо, farmer. Я всех вылечу, все замечательно. У нас здесь народу так умерло. Скотина, ё-моё! Он даже просто детей не щадит. Сволочь, а? Лампа, она пусть горит, она и так должна гореть. Так, а вот здесь у меня люди погибли. Странно, странно, странно. Очень странно. Только что мертвых людей я воскресил, отправил. Oh, we've got some enemies approaching. Disciple farmer. Оля вообще выгорела. Disciple farmer. Те, кто нападает, просто со всех сторон лезут. Подожди, стоп, я вообще не вижу, чтобы кто-то нападал. Так, а вот сейчас надо. На, держи. На, тебе покушать. Я вообще его хочу отправить, чтобы он у меня, как это сказать, ладно, пусть он строитель, конечно, но мне еще нужны шахтеры. Больше всего строители. Я хочу вообще достроить ферму, но мне не дают. Мешается постоянно. Так. Так, стоп. Да, блин, без разницы, это уже не под его контролем, так что... Мне как бы все равно на это все. Уже столько крестьян. Это замечательно. Disciple builder. Так, нужны строители, и мне нужно как-то побольше, чтобы у меня было складов. Сейчас построю бойни. И там уже я этих бучеров заделаю.
нас нету лесников. Вот они нужны. Disciple Forester. Он пытается сжечь, а я отстраиваю. Такова моя работа. Ну ладно, главное, что как бы все целы, что город развивается. И все потеряно. Мы все-таки... Undead! Attack! The undead are coming! Так, мертвые. Минус катапульта. С другой стороны все же закрыто. Так, вы же живые вроде бы. Вас я бы поубивал бы нахрен всех. Ладно, не такой уж ты и злой. Удобно так. Может попробовать еще? Так. Вообще можно что-нибудь еще купить. Так, я хочу построить. Мне нравится строить. Больница. Больница мне нужна. Здесь у нас такое творится, что больница вообще это необходимо. Бучеры мне тоже очень нужны. Disciple breeder. Так, нет, мужик. Бучером. Мне производители пока что не так уж. Не так что и сильно нужны, но все-таки тоже. Disciple butcher. Disciple butcher. Нужно еще лесоруб. Leader, you should know that we've got intruders coming. Надо стену отремонтировать. Нет, в принципе все хорошо, все нормально. A migration is waiting at our borders for you to accept them. Конечно возьму. 213 человек отлетит. Вот это круто! Сколько рабочих рук-то! Я только об этом думаю. Так, все, вы все у меня будете. Disciple Forester. Части только. Disciple Forester. Так, ну все, я же убрал это чудо из своей руки. Ох, сколько народу-то идет! Я их, мне кажется, даже собирать уже не успею. Это мой единственный Disciple шанс, чтобы я их использовал. Шахтёрах нужно. Disciple Mine Worker. Так, еще людей. 213 человек, офигеть. Это ж сколько рабочих рук. Рабочие. Disciple Builder. Disciple Builder. Так, хорошо, 64 человека, это же круто. Disciple Builder. Так, нужно сделать еще лесников. Disciple Forester. Производитель это обязательно просто. Disciple Forester. Disciple Builder. Вот и всего мне нужны все-таки пока что строители. Disciple Builder. Строители тоже. Disciple Breeder. Ёп. Где погибли? Началось, ребят. Все думали, что она мертва, а она жива.
Так, все, ребят. В принципе, все замечательно. Убрали лишний мусор. Disciple Builder. Так, а теперь... О, даже ванны есть. Хотя я их даже не покупал. Everyone enjoys a paddle in the soothing waters of the bathhouse. Так, хорошо. Hey, someone's coming. Someone from the other side. Нужно... Да блин, а... Теперь будут живыми. Я думал, они погибли. Our town is under attack. Так. Похоже, мне самому придется чинить все эти стены. Да, эти постоянные разрушения мне очень нравятся. Ой, что-то у нас люди с другой стороны сидят. Надо их достать отсюда. С 25 просто людей, которые нечем заняться. Я без верующих никуда. Они, можно сказать, мое все. Куда вот эти люди ходят вообще? Ладно. Disciple farmer. Ребенок. Disciple refiner. Очиститель. Disciple refiner. Стали. Жалко, конечно, на него одного такого тратить, но я не жадный. Так, хорошо, проводим дорожку. Я хочу вообще флагшток. В этот раз у нас все замечательно идет, потому что в прошлые разы я вообще ничего не мог сделать. Постоянно уничтожал все, что у меня было. Но сейчас как-то я справляюсь лучше, чем в мой прошлый раз. Да. Это, конечно же, хорошо. Creature, attack! He's gonna attack soon. We better be ready. Да блин, надо. Raise an undead army, creature. Не надо. Что за район-то говняный? Все время. Да не плачь, я же всех воскресил. Нет ничего плохого, я всех оживлю, все будут жить. И ничего плохого никогда не произойдет. Disciple Butcher.
Вот надо, чтобы все такие боги были. Никто не убирает, все живут, все радуются. Круто. Было бы. Ладно. Этот домик никому не нравится. Давайте виллы построим. The undead are coming! Так, все живые, хорошо. Главное, что мало людей умирает. Это просто замечательно. Чем меньше смертей, тем больше я рад. Оп. То есть я сейчас, в принципе, делаю, что я борюсь. Борьба у меня. Prepare for an attack. We need to defend our walls. Потому что я боюсь, что он может реально уничтожить все. Опасный тип. Creature, lead my platoons against the Greeks. Ну, в принципе, это все у нас замечательно. То есть, вот эти вот, конечно, постоянное уничтожение моих зданий. Мне это не нравится, но в итоге-то у нас все хорошо. Так, ну, я себе хочу построить. Дети у меня были. Рынок растений можно развести. С рынками город действительно облагораживается. But you were foolish to return to this land. Disciple builder. Disciple builder. Строители, строители, то есть это самое важное пока что на данный момент. Также нужно домики построить. Я даже не знаю, что такое впечатлительное просто возвести, чтобы радоваться мой народ. Жить будет, я не знаю, после такого. Я бы это место вообще бы огородил, никого сюда не пускал. Как у меня тут по мясникам? 5 из 8. Я бы еще, знаете, бы Боин. Боин. Как это говорится, даже не знаю. Еще бы, ну короче, побольше бы их сделал. We've taken over a town. Сколько у нас уже там? My second town. I will not stand for this. Офигеть. Charge up the wonder now.
Oh no, leader! He's going to use an earthquake on us! Ё-моё! Trying to impress my followers, are we? Ой, ребят, вот это ужасно, это я уже боюсь. Опасный очень тип. Не хотел бы меня убить, может, мы с ним подружимся. Может, людей-то здесь трудится, надо побольше еще туда запихнуть. Я, блин, уже устал с ним бороться. Надо больше верующих, потому что, блин, то, что сейчас происходит, я уже устал от этого всего. Мне бы здесь полей бы замудрить. Было бы хорошо. Так. Shake the ground. Bring them to their knees. Here it comes, boss. Be strong. Trying to impress my followers, are we? Сейчас будет очень-очень-очень плохо. Мне нужно еще один алтарь возвести, чтобы люди там были. Занимались там. Вообще нужна еще больница. Потому что, блин, то, что он творит, это ужас. Без больницы здесь никак. Let that be a lesson to you. You cannot defeat me. Let's finish him off now, boys. Disciple farmer. Disciple worshiper. Так, A migration is waiting at our borders for you to accept them. Сейчас, мне нужно кое-что достроить. Так. Так, вот, святилище. Мне нужно еще одно святилище, я в нем, второе по значимости. Я у него сейчас всех людей, которых я собираю, придут ко мне, я их всех сюда пошлю. Пока что мне нужно его сначала еще возвести. У меня складов даже нет. Мне нужно еще склады сделать. У меня склады-то все полные. А у них же там ресурсы. Так что надо подождать немножко. You are spreading like a virus. Где? Я, похоже, его пропустил, но... Бывает. Вот хрен. Какой построить, я даже не знаю. Пусть вот так. Это нет, я ошибался. Ладно, давайте откроем уже. Лидер,
Давайте. Disciple worshiper. Нам сюда, всех вот этих вот людей. А мне их нужно как можно больше. Undead! Attack! The undead are coming! Я пока что даже не видел, что мне как-то сильно нападали. Замечал уже сколько. Your city is impressive, but you were foolish to return to this land. Disciple breeder. Так, ну все больше и больше людей к нам идут, я этому рад, конечно. Правда, у меня уже места нет, куда строить дома. Так, если вот так вот потихонечку провести, мне кажется, я смогу. Ладно, это можно заканчивать нашу серию. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был игрок канала LNDK. Всем удачи, пока, ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравился этот ролик.